Всем привет! Обзор смартфона Техно Кэмон 20 Pro, версия на 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти, стоимости примерно $270-280 на данный момент. Вот, и давайте смотреть на его комплектацию, что с ним идет в комплекте, в коробке. Так, открываем. AMOLED дисплей 64 мегапикселя, основная камера 32 мегапикселя, фронтальная камера, Helio G99 процессор, 8 плюс 8, до 16 мы можем расширить память за счет встроенной памяти, за счет 256 гигабайт их уменьшить. И давайте смотреть коробку. Так, что тут у нас в комплектации? Документация. Силиконовая задняя накладка в комплекте. Адаптер для зарядки. Ну, по размеру и весу понимаем, что это адаптер с быстрой зарядкой. Так. На 33 ватта у нас адаптер, быстрая зарядка. И тут остальное. Скрепка для слота. Наушники есть в комплектации. И Type-C кабель. USB на Type-C. Хорошая комплектация, и быстрая зарядка есть, и чехол есть, и наушники есть. На самом деле редкость, для, ну, по современным меркам это редкость. Очень хорошая комплектация. Так, все закрыли. По самому смартфончику. Вот голубенький цвет. Рифленая задняя крышка, такая немножко такой пластик прорезиненный. Мне очень нравится, как выглядит, мне очень нравится на ощупь, очень нравится практичность данного материала. В общем, по внешнему виду Техно обычно они любят такие не особо качественные материалы использовать в корпусе. Глянцевые задние крышки, которые уже с коробки достаешь, они все в, ну, таких, да, в микроцарапинах. Тут такого нет, тут просто вот приятный внешний вид, приятные материалы и на ощупь, и на глаз. Тройная камера на задней части смартфончика. Такая вот большая вспышка, круглая, интересно выглядит. Справа кнопка включения, кнопки регулировки громкости. Слева слот. Вот из глянцевого пластика у нас окантовка. Вот видите, она вся залапанная уже. Сверху динамик. Тут второй динамик. Микрофон, порт для наушников и Type-C порт. Откроем слот. Тут у нас слот для microSD карточки или наносимки. И с другой стороны. Тут у нас слот для microSD карточки с одной стороны, и с другой стороны два слота для наносим карточек. Полноценный слот на две наносимки. Так, интересно выглядит. Разблокируем. Так, смартфончик у нас обладает AMOLED Full HD Plus дисплеем 120 Гц. Тут все отлично. 6,67 дюйма, почти 6,7 дюйма экран. И перейдем в настройки. У нас тут лаунчер от Техно, HiOS он называется. Так, это мы не тут смотрим, это мы смотрим тут. HiOS 13.0.0, Android 13, модель смартфона CK7N. Закрываем и откроем Antutu Benchmark. Лаунчер это такой, ну, не скажу, что он мне прям сильно нравится, но и прям каких-то особых минусов у этого лаунчера не вижу. То есть такой стандартный, обычный лаунчер. 432 тысячи набираем по Antutu Benchmark. Процессор у нас Helio G99. 6 плюс 2 процессор, 2,2 ГГц тактовая частота. Видеоускоритель MLG57. Вот, показываю технические характеристики. Процессор он еще называется MT6789. Закрываем. Так вот выглядит менюшка. Все режимы.
Закрываем. Запустим GTA San Andreas, посмотрю, как работает. Упс. Хотел настройки поставить максимальные в этой игре, но случайно вышел с игры. Так, ставим все максимальное. Запускаем игру. Так, есть игровой процесс. Хорошо работает. В общем, смартфон хороший по производительности, хороший по экрану. Его таким явным преимуществом я отмечу комплектацию данному смартфону. Вот она прям отличная. Ну, по всему остальному, да, просто такой хороший, неплохой смартфон за свои деньги. То есть Техно уже, в принципе, как бы уповать на то, что это какой-то неизвестный бренд, ну, уже на данный момент не получается, потому что они давно уже на рынке и, в принципе, рекомендуют себя, ну, как неплохие устройства за свои деньги. То есть не прям кот в мешке, какой-то непонятный бренд, а уже такой устоявшийся. И давайте послушаем динамики данного смартфона в сравнении с десяткой айфоном. Музыка без авторских прав. Так, слушаем. Сейчас и тут откроем. Открываем, слушаем динамики. Громкие динамики, громче у Техно динамики, чем iPhone, но менее качественные. То есть по качеству, в принципе, ну, хуже даже, чем у многих устройств за эти деньги. Техно динамики ниже среднего, вот, по качеству звучания звука. Если у iPhone они просто средние, обычные, непримечательные, то по качеству они выигрывают у Техно Camon 20 Pro. Окей. Давайте посмотрим на камеру, на функциональность камеры. Вот, много у нас режимов сразу. Видео, замедленная съемка, портретная, режим Super Night, выбор неба. И есть у нас вот еще дополнительные. Про режимы, панорамы, таймлапс, двойное видео. Ну, неплохо по функциональности камеры. Теперь покажу вам пример снимков в обычном режиме на камеру этого устройства. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!